Доброго здоровья, с вами снова мы. Здравствуйте, друзья. И сейчас вы увидите ответ на предыдущий тест, загадку. Что же находилось в той тарелке? И сейчас вы видите эту картинку. Перед вами нарезанные огурцы, помидоры, укроп, петрушка и редиска. И напишите в комментариях, угадали ли вы, что это за блюдо, угадали ли вы цвет. А сейчас вы увидите следующую картинку и следующий тест. Перед вами снова полянка. И угадайте, что же находится на этой полянке? Что лежит, стоит, сидит? Может быть, запах, может быть, цвет, ощущение, впечатление, чувство. Это нечто живое или это какой-то предмет? И пишите все, что вы чувствуете по поводу того, что находится за этим квадратом. Напишите об этом в комментариях. Или запомните, или запишите где-то у себя на бумажке, чтобы потом проверить себя. И пишите в комментариях, стоит ли продолжать подобное тестирование. На этом мы с вами прощаемся. До следующих встреч. До свидания.